Лили, идите сюда к нам, уважаемая. Да, да, задайте мне... Героиня нашего эфира вот, добралась до нас за 10 минут до его окончания. Микрофон у вас есть, я хочу посмотреть? Нет. Так, уважаемые, где у нас... А зачем мне микрофон? Зачем Лили микрофон, когда это все пройдет? У нее какой кругозор, какой у нее... У меня громкий голос. О, да. Молодец. Вы знаете, я могу сейчас сделать уникальную вещь. Вы сейчас можете говорить в микрофон Олега Роя. Я не знаю. Это был равный враг или против? Да мы здесь как-то все как-то хорошо все относимся. Нет, одна я, по-моему, плохо отношусь, потому что я все пытаюсь какие-то подковыки найти. Ну так вот, до нас добралась-таки, сейчас пока несут вам микрофон, давайте я уже скажу, кто к нам пришел. Певица Лили и, кстати, а где ваш муж, собственно? Машину паркует. А муж и продюсер певицы Лили, паркующий машину, Константин Щербинин, старше ее. На 30 лет. И вот как раз тут тот самый союз, к которому мы вот буквально несколько секунд назад перешли. Мы тут начали кости перемывать всем тем, понимаете ли, кто благодаря своей молодости получил весьма уважаемого покровителя в сфере шоу-бизнеса, причем не только покровителя, но и человека, который готов продвигать карьеру весьма талантливого, ну, в данном случае мы говорили о молодых певцах, да, и вспоминали двух весьма хороших певиц, которые, в общем, будем так говорить, способствовали тому, что некие имена на этой сцене появились. В таком... Микрофон нам принесут или нет? Я хочу уже с Лили общаться. А можно тоже задам ей вопрос? Да. А сколько вы вместе, если не секрет? 2,5 года. 2,5 года? Я тебе буду сейчас говорить. Но контракт у нас на 20 лет. Он хотел подписать на 7, я сказала только на 20. Контракт брачный? Нет, контракт как музыкальный с продюсером. Меня вообще слышно, нет, как там? Слышно или нет, спрашиваю. Что такое, чтобы никуда не делся? О, Господи, Боже. Потому что, когда артист остается без продюсера, они, конечно, такие все очень умные, думают, что, мне продюсер не нужен. На самом деле, если артистом никто не занимается, артист резко так. А ты откуда явление твое в столице случилось? В смысле? Из какого города вы, дитя мое, спросила Наталья. 5 лет назад приехала из города Калининграда. Скажи, а ты вот была с такими агрессивными позами, или это он тебя за 2,5 года уже так научил? А вы сейчас меня пытаетесь на провокацию? Нет, боже упаси, что... конкретный вопрос по теме. Ваш неравный брак сделал вас более уверенной или нет? Проходите. На помощь идет. Нет, вы к Наташе, рядом. Не к Наташе, а к Лили рядом, да. То вы к Наташе сразу побежали. О, да. Значит так, во-первых, все знают, что женщины гораздо быстрее взрослеют и гораздо быстрее стареют, чем мужчины. И, соответственно, уровень развития у женщины всегда выше, чем у мужчины. И два ровесника, они априори не могут быть вместе счастливы. Почему? Потому что мужчина, когда ему будет 40, он еще только будет на пике, а женщина, к сожалению, уже... А знаете, еще, чем хорошо молодая жена? Чем? На нас дети смотрят, я вас умоляю. Тем, что никогда муж не увидит ее старой. Да, кстати. Слушайте, а вас не смущает, что вы увидите старого мужа? Ну, мужчина, он же как хороший коньяк. Я он уже старый. Он только крепче и прекраснее. Вы знаете, но есть еще эффект вина, когда вино превращается в уксус. Хорошее, может быть, вино. Но это знаете, не наш случай. Нет. Не ваш? Нет? Не, у нас любовь, мы друг друга любим. У меня 5 детей, внук уже 8 лет во втором классе. Ну вот вы ему сколько лет дадите? Вот ему 50. Да. Хорош. Всегда, вот. Хорош. Слушайте, а может быть здесь... Кстати, вот скажите, а почему вы обратили внимание... Нет, не конкретно на Лили, а почему вы искали девушку да именно такого возраста? Что вас заставляло быть в этом поиске? Я не искал, да. Дело в том, что они меня все сами находят. Вот Лили меня сама нашла. Точнее как, мы случайно встретились в караоке-клубе. Она пела, а я зашел посмотреть. Точнее, я сексуально ела мороженое, а он не смог устоять. А потом я уже пела. Давай, откровенно. Началось все с мороженого. Она была с подружкой. Их было четверо, но обратил внимание на Лили. Вы знаете, я хотела бы, чтобы сейчас свои вопросы вам смогли задать наши уважаемые эксперты. Мы здесь такую теоретическую базу подвели. Олег Рой, Наталья Толстая, писатели, психолог, пожалуйста. Вот мы сейчас с вами теоретически разбирали тот вопрос. Он старше, она моложе, что из этого может выйти, какие существуют отношения, альянс, мезальянс и так далее. Вот о чем можно спросить вот эту пару, как вы считаете? У вам как психолог вопрос. У меня нет к этой паре вообще никаких вопросов. То есть все отлично. У них консенсус, да. То есть он нашел то, что искал. А что вы вкладываете в понятие любовь? Ну, на самом деле, меня как-то вот
ну, в принципе, ровесники никогда вообще не интересовали. Мне всегда нравились мужчины намного старше. Я считаю, что мужчина обязательно должен быть старше и минимум на 15 лет. Но в нашем случае получилось на 30. Чуть больше, да, чуть-чуть побольше. Меньше, чем он. Вот. Мне нужно, чтобы мужчина уже нагулялся, чтобы уже не изменял. А у вас есть чтобы такая уверенность, твердо что он стоял нагулялся, на ногах? Этот-то точно, да. А нет. Как ты узнал? А как это? Потому что я их рентгеном вижу. Я по глазам вижу, я бы тоже не нагулялся. Ничего себе. Минуточку. Но я начал с того, что пятый. Если больше нет Джима Лунги, я нагребу еще и залезу. А как же? Ну, мне почти столько же. Ну, почти это не почти, да. Ну, у меня большой опыт просто. Я 5 раз женат, 5 детей. Вот. И плюс я все время на виду, все время в шоу-бизнесе. И много, ну, много всего было в жизни. Ну, это не мешало вашему союзу. Нет, а сейчас вот я остановился, поставил точку. Мог бы со мной справиться, какие измены? Угу. Но вы знаете, дело в том, что у нас здесь в студии не так давно был один весьма известный, да, что там, давайте скажу, Кайметов, у которого тоже, в общем, были похожие отношения, да, с тоже молоденькой девушкой. Союз не состоялся по одной простой причине, что она... Ну, у Кая вряд ли что-то может состояться, союз с девушкой. Ну, вам-то, простите, виднее. Нет, он очень как бы выбирается, копается в них очень долго. Да, это раз. А во-вторых, как бы я думаю, что еще... Лилия, в вашем стуне они не копаются? Если с ним, может быть, ну, не может а уже... что во мне? Какие во мне могут быть недостатки? А что во мне копаться-то? Я вот она. Лучше искал. Да, где найдешь лучше? То есть, все, вы остановились. Да, я остановился. То есть здесь, в этой студии. Заявляю на всю страну, я остановился. Дело в том, что я ему сразу сказала, от меня мужики только на тот свет уходят. О, бог ты мой. Других вариантов нет. Да вы черная вдова, что ли, простите? А что, опыт уже, экспириенс был подобный? Нет? Никто не рискует. С чего-то надо начинать. Ой, слушайте, но вы знаете... Я буду первым. Да, я хотела бы... вместе вечно. Чудесно. Константин, скажите, пожалуйста, но мы же понимаем, что в данном случае речь идет еще и о творческом союзе. Ну, представим себе, разошлись вы по творческому пути, да? Ну, бывает такое, бывает. Или, допустим, появился какой-то более перспективный вариант, опять же, женского вокала, да? Чуть более... Вокал не главное в шоу-бизнесе. Сексуальность, возраст, все это чуть лучше, всегда можно найти лучше, всегда, какой бы совершенно... Пока нет. На сегодняшний день. Я всем, вот, не, пока, знаете, пока. Вы знаете, минуточку, вот мы сейчас все в социальных сетях, да, не для кого не секрет. И тоже есть критики, критиканы, кретины и прочие, кто критикует. Значит, я всегда говорю, ну, они вот там, туда-сюда, это лучше, то все. Я говорю, пришлите, покажите, кто лучше, кто моложе, красивее, дороже, там, кто шпагат, ногу может задрать выше головы. Кто? Ну, никто не присылает. Все только говорят, что есть лучше где-то там. Волочкова. Я видела, да, вы теперь, послушайте, 40, и уже за 40, да, нет. Ну, послушайте, вы ее видели раздетой? Вся страна все видели на пляже. Не, ну так и что? Ну как это может возбуждать? Меня это не возбуждает, Волочкова Настя. Ну а при всем уважении к ней как творческой личности, меня... Ну мы о шпагате говорим. Слушайте, а вот ваши друзья, вы же одной возрастной категории, да, друзья мужчины. Да. Вы когда собираетесь, ну так, в баньке попариться или там куда-нибудь сходить, лебедей... Лебедь всегда рядом. Понимаете, курлы-курлы... увидеть. Так вот, вы как, этим гордятся? Тем, что моя-то 20-летняя-то? Не знаю, нет, думаю, что нет. У нас вообще другие интересы с мужиками. Как бы, и... Вы женщин вообще не обсуждаете? Нет, обсуждаем. То есть моя старая калоша, понимаешь ли, 50-летняя, еле, значит, там с внуками справляется, а моя-то с 20-летняя, ого-го, побежала, нет, значит... Нет, есть о чем, просто если другие темы о чем поговорить. Это возраст, когда говорили о девочках в бане, уже прошел. Вот, мы говорим о литературе, искусстве, о бизнесе, о чем угодно. Встретит она такого матча, понимаешь ли, какого-нибудь... Ах, боже, что мой, отпустите? Дело в том, что я уже тоже, в принципе, что... Не, как бы, что смотрите я искала, на эту лукавую нашла, улыбку. Скажем так, перепробовав много чего, я тоже остановилась. Я всех отпускал всегда и всех благословил. Просто проблема всех женщин, что у них как бы до встречи с ним за плечами не было никакого опыта, и они не ценят то, что имеют. А я уже ценю. В общем, она не сразу приехала в Москву и так все... И теперь она ценит. С голубой каемочкой, да. Угу. Бывало, когда ей было туго, а те вот... У меня был опыт с москвичкой, да, она не понимает, что такое. Она не ценит. Не ценит. Потому что а вот девушка из... Да, а девушка, когда вот немножко дохлебнула, и она понимает, что такое...
тепло. Лили, и еще один вопрос вам. Чудесный муж, замечательный продюсер, чудесно, все отлично. Приходит к вам, ну, я не знаю, Иосиф Пригожин. Иосиф Пригожин и говорит: Лили, слушай, свою калошу оставляю, ты, only you, только ты. Но, правда, вот надо будет замуж выйти за меня. Проблема в том, что у меня цель не 140 миллионов, а 7 миллиардов. К сожалению, Пригожин тут не поможет. Да. Дрожите, уважаемые, дрожите. Ежели появится, понимаете ли, Пол Маккартни, боюсь, что с супругой вы расстанетесь. Я боюсь, что у меня с моим типажом как бы выбор достаточно и был, и есть, и если мне надо, будет большой. Другое дело, что хочу ли я, а я не хочу. Но вы знаете, все-таки в финале нашей программы можно сказать следующее. Мы тут много о чем говорили. Мне показалось, что тем не менее мы все сошлись в том, что это отношения, которые действительно напоминают бартер. Уж простите за такие слова, а но молодцы. Тем не менее. Молодцы. А может, пока и молодцы. Но, знаете, и пусть живут счастливо. Спасибо, Лили, спасибо, Константин. Хотите, но у нас, помимо бартера, у нас присутствует, наверное, бартерные отношения, но у нас еще и чувства есть. Любовь. Чудесно. Я тогда хочу завершить нашу программу таким анекдотом. Двое мужчин. Идет шикарная женщина. Один пускает слюни, а другой проходит мимо. Тот говорит: ты что, такая женщина? Он говорит: слушай, а кому-то она во где. Так что, понимаете, кому-то она во где. Ну что, это было ток-шоу «Без компромиссов». Встретимся в следующую пятницу. Пока.